находимся сейчас на бухте Буян. Это место достаточно интересное в том плане, что здесь большая концентрация песцов. И они уже так привыкли к человеку, что очень наглые. И рыбу прямо забирают из рук. Кыш-кыш-кыш! Кыш пошел! Песцы один раз! Песец – животное удивительное! Песец – два! Песец – животное необыкновенное! Какое необыкновенное животное? А что-то для жизни, вот какой-то, ну, я не знаю, чему-то, может быть, пришлось научиться у песцов, или характер как-то меняется? Я, конечно, ничему от них не научусь, потому что, как бы, мы совсем разные виды, это животное, а мы, как бы, люди, мы достаточно цивилизованно себя вести, это, в принципе, нормальная ситуация, когда животное добывает себе пропитание, то есть неважно, где оно лежит, пропитание на берегу, или он ловит что-то, или тащит у человека. Это для него это обычная ситуация, это обычный рефлекс. Едьте еще! А ну пошел оттуда! Вообще на острове у нас насчитывается, по нашим оценкам, около 1000 песцов. Это беринговский подвид, это один из самых крупных подвидов песцов в мире. Он называется голубой песец, потому что зимой и летом одним цветом, он бурого цвета. Вот, пожалуйста, пример наглости песцов. Ему пофигу, что мы сидим и готовимся к съемкам, и еще даже микрофон не настроили. Он же готов сожрать рыбину. Песцы достаточно добродушные звери, ну, хотя они любят из-под тишка что-нибудь стырить. Поэтому всегда, когда человек оставляет на берегу или в избушке какие-то продукты или даже те же самые вещи, нужно их прятать и закрывать, потому что песец, во-первых, метит территорию, то есть он любую вещь, которую оставляет человек, он метит, то есть описывает, и запах у него достаточно неприятный, поэтому, когда домой приходишь, начинаешь думать, что же такое очень вонючее пахнет. На самом деле это песец пометил твой рюкзак. Песцы достаточно сообразительные, но, конечно, это соображение все на рефлексах, потому что они, если тащат все, что плохо лежит, поэтому если ты прячешь рыбу или даешь ему рыбу в пакете, то он, конечно, утащит всю рыбу в пакете, потому что пакет, во-первых, пахнет рыбой, и ему без разницы, там кусок лежит или несколько штук, то есть он сразу тащит весь пакет, который пахнет рыбой. Животное добывает себе пищу, поэтому тут ничего стыдного нет. Они вещи не тащат у человека, они тащат только пищу. А вещи метят, то есть это их территория, они, это их право метить территорию, то есть они могут спокойно, если стоишь спокойно, они могут подойти тебя, пометить твою ногу, то есть это, в принципе, это в порядке вещей для животных. Если песца чем-нибудь приводить, приучить, то он уже от вашего дома не отойдет и будет клянчить и просить еду, а если вы зазеваетесь, то он эту еду у вас украдет. Песцы не охотники, они падальщики, кормятся тем, что принесет море. Ой. Вот опять он чуть было не украл у нас инвентарь. Ветер как раз в сторону песца, и очень хорошо он чувствует запах рыбы и ничего не может с собой сделать, не может с собой совладать. Ему нужно обязательно эту рыбу схватить и съесть, унести. Но, скорее всего, он ее есть сразу не станет. Это самка. Она понесет ее к своим детенышам. Передвигаться по острову удобно по прибрежной полосе, которая состоит из череды бухт и бухточек. Вот, в частности, за моей спиной бухта Буян. Славится она тем, что здесь живет несметное количество песцов. Песцы – коренные обитатели Командорских островов. И вот в этот летний июльский период щенки начинают выбираться из своих нор, и можно их снимать, и за ними очень интересно наблюдать. Thank you.
молодые песцы, они достаточно непугливы, то есть если человека в первый раз видят, то, конечно, они могут подпустить его вплотную, буквально на несколько метров. Так зимой, конечно, они близко не подпускают, потому что знают, что на них идет промысел. Песец, животное мирное, падальщик. Если бы песец жил охотой, он бы погиб. Маленький, хлипкий, с такой хитрой мордочкой. В стародавние времена, еще в начале 20 века, хорошая шкурка песца стоила до 100 рублей. Хотя вот обычный песец белый, он стоил 15-20. То есть можете сами прикинуть, сколько, какая ценность была нашего комодорского голового песца. Сейчас, конечно, мех, длинноволосный мех никому не нужен. И промышляют, в принципе, где-то у нас около 20-30, ну максимум 40 песцов в год зимой, в зимний период на северном побережье. Иди скорее, на, возьми у меня. Возьми у меня вкусную рыбку, возьми. Вот он меня сейчас, ну, практически уже на меня сейчас заберется. На, возьми у меня вкусную рыбку. Вот. Ну как это вот сказать? Это вот практически домашнее животное. Единственное, конечно, это дикий зверь. Это однозначно дикий зверь. И шутить, играть с ним, ну, можно до определенной границы. Сувать, извините, руки в пасть песцу нежелательно. Вот интересно, сколько он может сожрать. My world, what then, pretty darling?